И всем привет, с вами я, Хотиви. Сегодня мы снова поиграем в Bed Wars. Да, снова я буду тащить в Bed Wars. Короче говоря, мы играем в Bed Wars. И, короче, прошлое видео набрало не так уж и много просмотров. Надеюсь, это видео наберет хотя бы немного. Мы начали простую катку за желтых, и я понял, что мои игроки более-менее нормальные. И мы начали фокажить, чтобы немного набрать золотишки и начинаем покупать всякие нужные предметы. Я начал покупать шерсть, чтобы обстроиться на центр, потому что кроме меня этого никто не сделает. Я начал тупо и долго строиться, я строился, как вы видите, да. Но резко какой-то чувак подбегает и резко строит офигительно быстрый и центр. И я подбежал и начал попытаться хотя бы кого-нибудь затащить. И я побежал кому-то, но меня какой-то невидимка убил. И, короче, что я начал дальше делать? Я начал дальше там, ну, брать золотишки и идти, знаете, на какую команду? Вы не поверите. В бездну. Да, я просто тупо упал в бездну. Давайте дальше идем. Я начал идти дальше. Я просрал золотишку, но у зеленых уже была сломана кровать. Какой-то чувак ее уже сломал. И знаете, куда я побежал? Правильно, добивать зеленых. У них как раз было все на центр, и мы шли. Я, конечно, обошел, но я сдох. И, короче, я дальше начал продолжать тащить. Короче, я побежал, бежал, бегу. И тащить кого? Правильно, добивать зеленых. Но потом я заметил зеленых и начал их лупасить. И заметил зеленого, у которого не было даже, кажется, оружки. И поэтому он легко сдох от моих... Что? От моего меча, хахалух. Даже не смог. Просто я его деревянным мечом убил. Ладно, я так спрыгиваю. Так, опа. Так, и что я беру? Начинаю бегать. Убегать куда? Правильно, опять к зеленым. А не, передумал, лучше красным. И бегу. Убиваю одного красного, точнее он меня убивает. И резко я уже спамнюсь. Он меня убивает, и на нас просто все начинают нападать. И наша кровать была сломана. Я офигел, конечно, и искал этого подлеца, куда он попер. Я понял, что это был красный, который сделал мостик нам. Ну, я, конечно, немного поломал и забил на это. И пошел дальше. У нас, блин, какие-то про в каком-то смысле были. В каком-то смысле нубы не могут даже защитить. Тем временем неплохо строятся и так далее. И как бы и так далее. И поэтому я начал все скидывать и идти к синим. Но вспомнил, что у меня сломана кровать, я решил уйти. Ну и как я лох, умер, да. И я уже заспанился в зеленой команде. И начал набирать золотишки. И подошел к магазину, чтобы, конечно же, взять золотишек. И я начал что делать? Правильно. Еще фыкашить и копить на... Что? Как вы думаете, на что я начал копить? Правильно, на удочку. Я начал что делать? Я решил взять эндеркрая, ну точнее камень эндеркрая, и начал его, ну, ставить, чтобы защитить мою кровать от каких-нибудь там нубацких атак. И я вылез и попер дальше. Только мой союзник все ресурсы украл, они даже на центр не построились. И я начал, ну что, правильно, закупаться, и уже у желтых была сломана кровать.
Я побежал, бежал, бежал, и я понял, что красные на нас тоже нападали, как я заметил мостик. Но я заметил уже это потом. Короче, что я начал дальше делать? Правильно, срать и пукать. И бежать. Куда? Правильно, нафиг, потому что красный на нас набросился. И кажется, этот момент, да, где на нас просто все начали нападать. Но мы эти атаки легко отражали. И я получил еще два алмаза, еще начал покупать способности. Да. Вот теперь как они меня какими-то способностями убивают. Думал я. И, короче, я начал подбирать золотишко и идти в бой. Что я начал делать? Правильное. Драться, сражаться. И я что начал? Правильно, ждать золотишки. Дождался и еще взял. И это не так уж интересно. Ну ладно, я взял еще какую-то способность. Тук называется, хе-хе. И я как лох упал, да. И я все просрал. И я подбежал, и у меня хоть золото сохранилось. И красные тоже были уже разгромлены. Что мне надо было? Правильно, мне надо было сражаться. И я что начал делать? Правильно, снова начинать. Что начинать? Правильно, покупать и задротить Бравл Стар. Конечно, я же начал покупать, ну, броню, золото и так далее. И что, я как бы особенно ничего не делал, ну и побежал на центр, чтобы уже развлечься. И я кому побежал? Правильно, красным. И кажется, моего тиммейта убили. А нет, это не мой тиммейт. Я начал упасить моего врага, но я сдох. И что я начал дальше делать? Правильно. У меня уже была куча золота, я решил много чего взять, вы не представляете. Я просто решил кучу чего взять. Прям, ну, не знаю, дофигища чего взять. И просто дофигища чего взять, и вы не представляете. И я понял, что я так могу и так далее. И я сделал башню, да. Я много чего купил и решил пойти. Да, я ломаю стекла и шерсть. И что я начал делать? Правильно, идти? Ну, я почти сдох, да. Спасибо этому красному шерсти. Я начал бояться. Я решил, знаете что? Правильно, подстроиться. Я подстроился немного и все. И дальше пошел. И решил аккуратненько запаркурить. Да, чтобы как бы нормально все было, и я купил блоков и другие всякие способности. И заспамил какого-то марионетку. Ладно, давайте дальше пойдем. И красные были уничтожены, но на нас, кажется, кто-то напал. И это наш же зеленый. Он решил нам защиту сломать. Он гадина. Репорт на него. Ладно, мы пошли уже на центр идти. И я уже все застроил, и мы пошли дальше. Куда? Правильно. Нападать на нашу базу. Снова появились эти золотишки, они тут все обстроили, мои союзники, враги. И что я начал делать? Правильно, покупать до посинения нормальные оружки. И я как бы, как нормальный задрот, начал покупать зачем-то губку, наверное, дубовые доски. Но уже их обставили везде. И желтые тоже были уничтожены. Остались только мы и синие. Зеленые и синие. И мы уже уничтожили их кровать. Ну и нашу тоже уничтожили, гады. Ладно, я поставил им тут эту фигню. И что мы начали делать? Правильно, идти. Бежим, бежим, бежим. Вот берем алмазки и идем. Так, что нам надо делать? Правильно, брать алмазы, и я, ну, сказал спасибо, кто мне дал алмазов, точнее, никому. И начал что-то делать и идти уже к красным.
искав, где эти же синие. Я не понимал, где эти синие и куда они могли уйти. И я с фаерболом, с бомбочкой начал их искать. Потом я их нашел. И решил к ним уже забраться. И взять меч. Я пошел, идем. Но они тут оставили обобуса, но я промазал, как настоящий лох. И что мы видим? Их нигде нету. Я их начал искать и все так далее. Но потом мы их нашли. И я, блин, напал на какого-то ангела. А я заметил нашего врага. Так, идем. Что было? Ладно, давайте. Ай, блин, синие уничтожены. Победа. И вот мы играем теперь за красок. Я снова стоял... Я начал стоять ФК, и, короче, я взял в магазине кучу вещичек и начал обстраивать нормальной защитой. И то, кроме меня, этого никто не сделает, как я понял. И набрав еще, я начал еще строить красивенько, да, красивенько. Ну, не очень, ну ладно, и нас уже набросили синие, это был пипец. И вот это начало, когда на нас все нападали. И я еле как убил синего. Я получил 217 оружия, ну, шерсти. И я понял, что он мог в любой момент сломать нашу кровать. Но я защитил ее. И они даже мне спасибо не сказали, закрыв меня. Лошары. Все, я обстраиваюсь и все, до свидания. И на нас снова напали, да, на нас снова напали. И эти же синие опять. И тот же, кажется, чел. Я этого, конечно, не переживу, его начинаю уничтожать. Ну, точнее, он меня, потому что он один нашу команду начинал стащить. Мы просто спамнились, уничтожались. Это было пипец. Я искал и, наконец-то, убил его. И снова получил 200 с чем-то там шерсти. Ну, нафига на мне? Только на защиту. Бесполезную. И я начал стоять, и потом пошел к зеленым. И меня что-то убило. Кажется, ловушка сработала. Начал брать нормальные инструменты и идти бить свинюшек. Я смотрел, и на нас начали нападать. И я зареспамнился, и начал... И это полный пипец. Тогда просто все начали нападать, да. И, кажется, нам был уже конец, потому что он закрылся там. И мы там пришли, его расколбасили. Потом на нас желтые напали, синие и зеленые. Да, на нас просто все решили напасть. Ну, по-моему, кроме зеленых. Зеленые тоже нападали потом. И, короче, я побежал, бегу. И вижу, что там на нас собираются какая-то орда. И мы начинаем все обстреливаться. Это, конечно, было прикольно. Туда-сюда стрелы. И потом они начали, да, шариками пуляться. Еле как убили. И они нам все раздолбали. И они на нас начали шариками этими кидаться, бомбочками. Мы, конечно, их начинали тоже как бы обстреливать пытались, и все. Уничтожена была кровать зеленых. И они первые, кто были уничтожены. Но они меня поджигли, и меня вылетело. Но я заспавнился в своей кроватке и начал бежать на них. Они меня уже немного покоцали. Ладно, бежим. Если что, это та же катка. Короче, я снова за красных и бегу же к зеленым. Да, вы не подумали, что я к синим, я к зеленым вообще-то бегу. Итак, думаю и бегу к зеленым. И вижу, что мне конец скоро, я решаю валить. Но у меня это не удалось. Я заспамнился, и вроде все нормально. Да, на нас никто как будто не нападает. И у нас было... И я тупо умер. Да, такой я смельчак. И сейчас будет конец полный. Пипец. Вы сейчас обосретесь от этого, я вам отвечаю. Если он вообще будет. Короче, ладно, мы идем. Бежим. И
Подходим к нашей базе. Все вроде нормально. Мы легко закупаемся бомбочками, и я решил кучу бомбочек взять. Но у меня деньги сказали no, и поэтому я там покупил несколько и все такое. И поблагодарил этого магазинчика. И потом я умер, и вот все, начал также все покупать и так далее. И мы побежали дальше. Мы бежали, бежали, бежали. Уже было все готово или нет? Я тупо сдох. Я начал бежать в центр и подбирать эмеральды. Я только сейчас понял, что за эти эмеральды я уже мог того купить себе нормальную оружку. Ну ладно, я бегу, бегу, бегу к синим и подбираю маски. Бегу, бегу, бегу. И пытаюсь и убиваю одного. Да. Но у нас резко вылетает игра. Всем пока.